У Устюжанин размещал в интернете объявление о продаже церковных колоколов, которых у него, само собой, не было. В разы занизив стоимость в сравнении со среднерыночной, он тем самым привлек внимание многих потенциальных жертв, а получив деньги на свой банковский счет, сразу же прекращал общение с горе-покупателями. Обвиняемый признался в 7 эпизодах, все факты соединены в одно производство, и также у обвиняемого в ходе обыска изъят мобильный телефон, сим-карты, с которых он выходил в сеть интернет, банковские карты. Мошенничеством в интернете преступник занимался и ранее. Еще весной он привлек внимание полицейских, но обязался вернуть деньги всем пострадавшим. Тем не менее, этого он не сделал и продолжил обманывать людей. Теперь злоумышленник окажется в тюрьме на ближайшие пару лет. Максим Дятов, телеканал «Русский Север».